Опа, запись пошла, блядь. Здорово, Ютуб, Живем мы блядь. ровно. Здорово, YouTube. Я в телевизоре. Зачем меня сманит, когда Так, я а в что, у вас инсте? слоты есть? Вам люди нужны? Или я могу челиси? Пока чилить. Оу, Где ты чилиси. вообще Пока чели, я где? скоро на работу А чё уйду. у нас за рейд? Куда мы идем вообще, алё? Целка Куда работать? ебаная, блядь. Короче, Обычно? смотрите. У вас осталось 3 минуты для того, чтобы 25 человек были в рейде в целом. Я Я говорю, понял. хукмастер на Ты хоть БГ, там в все. рейде, блядь. Похуй. Ну, пишите в ПМ ему. Хотите сотку ИП? Нет, так нет, нахуй. И, короче, еще сотка, если мы убиваем. Ну, давай, давай, знаешь, как сделаем. Час 45, короче. Мы, ну, Нихуя час себе ты. 40. Час 40, короче, мы должны без 28. Я Ну, ловушки не снял, куда вы летите, 17:40 ёптвою мы мать. должны быть нахуй на Личе, на платформе. Вот если мы И 17:40. канал. И если еще с первого раза убьем нахуй, тогда еще сотка Нихуя. будет нахуй. Какая-то викторина ЕП, блядь. Короче, рависта, я отменил с рависта. Короче, я вам скажу, Туда не и идите, туда. это лохотрон нахуй. Туда и туда фул будет, но насчет ГП, я думаю, ну, будет туда, где кем идешь. Вот, насчет шмота. Симку. Насчет Дим, шмота. симку. Ну, шмот-то понятно, этот, как он называется? Да, слышишь, как вариант, смотри, ЕП Сколько времени и осталось еще? туда, и сюда, например, фул. Вот, на персонажа, кем он пошел нужный для рейда, ГП фул, на мейна там 75% или 50 давать. Нихуя. Потому что если ты и туда, и сюда фул будешь давать, я тебе говорю, никто не зайдет нахуй. Можно Но типа отчасти половину давать, как ты... мы делали, типа. Типа, если тебя Но... заставляют заходить на хила, Пока что половина прописана, но я дал фул, потому что это РС-ка, блядь, она для меня важная, блядь. Если РС-ку не убивать, нахуй, можно вообще нахуй не Но это играть. на выбор Я дается. вообще не претендую на ЕП паладин как таковой. В этом плане. Все, заебали с этими ИП. Давайте, блядь, чистить нахуй. Что-то... Фул, да? Да, минута Тогда я осталась. на замене тут Ты сижу. мне Да, блядь, скажи. Кто умрет в рите, то я их Че, хукмастер, блядь, проебали ИП. Хули сум, блядь, локов нету, нахуй. Хукмастер, ты в диссе, нет? Все, пиздец, сотку ИП для рейда проебал. Ну хуй долетит за минуту с Далрана. Лок вообще Пиздец. должен первым Да, инстингом давай прилетать. так, Нет, у нас всем, лока. кроме хукмастера, нахуй. Не, все отменяется, нахуй. Один за всех и все за Я одного, нахуй. сказал, что это лохотрон. Я говорил сразу, бля, один за всех и все за одного, блядь. Вы А ты, двое чел, да, все здесь были, когда тебя проебали. слушали или нет? Проебали. А он не слышал, он не Проеба, знал об этом. да. И Надо в бубаный ты Дискорде козел, сидеть, нахуй. что, блядь. Это несправедливо, ББМа. честно. Это, вниманию всех, нахуй, кто имеет твинов, нахуй, в среду целка не отлынивать, нахуй, не опаздывать там на 3 часа, нахуй. Ну, Осколки может, вела чуть не надо. раньше, блядь, а не в Просто среду, а то в я среду-то просто... никто не придет. Не-не-не, Я нахуй. 25 оп. В среду, нахуй, там все важные рейды стоят. Ну, пиздец. Какой, ИВК-25? Спасибо, Слава. Да-да-да. С плащами. Не, ИВК-25 тема. Да-да-да. ИВК? И, сука, ИВК тоже не пробовать, нахуй. Да-да-да, мы Иначе там сейчас упадем прям на этих, пойдем, на блядь. чемпионах, блин, это И самое, начнется. Ой, свет вырубили, ёбаный. Да. У меня первого это вырубят. Да, Ну, если что, тут возьму. сижу. Если что, Возьму и ломаю. бить буду больно палкой. Лежи. Короче, кто закосячит, короче, 1000 голды мне дает, нахуй. Нихуя. Давайте сразу полтинник дам, и ты это сам от меня отстанешь. Так. Наши камазик, они не сдохнут? Так, Сдохну. стелс, стелси 40 минут. Ну, Ничего себе у нас сетапка, бить нахуй. и чип пусть спекнется еще в третьего. Короче, похуй на хукмастера. Можно за Зандалара мне. Быстро Давай, да, жрем кстати. рыбу. Здорово. Здорово. Так, на замене Шалфир с двумя персами Лингрен. Правильно, Если да? что, зовите. Да. Остальные, блядь, во второй рейд. Кто один перс? Ну-ка, съебите, все рыбы не видать. Рыбу быстрее жрите, и сейчас пулять будем уже. Время дорого, блядь. Значит, еще раз напоминаю. Вот, час и 32 минуты ровно. Нам надо быть на Личе уже, нахуй. Тогда до ПП, там, 200 ИП, нахуй, нам. Чем лагает? Значит, этот... дает черт нахуй. Чё, ты доволен? Идем нон-стопом быстро, блять, хуярим. Three,
Ну, может, кто-то выйдет, лужу поводит, а? Похуй вообще, я, блядь, отошел, мне вообще похуй. Просто отошел от нее и все. Хорош. Кто так не умеет, нахуй. Всегда ты где, Оля? Ну. Мы так и живем, да. Кто так не умеет, нахуй, пускай идут в жопу, блядь. Похуй. Чё-то я хилю, хилю, блядь, и мана фуловает. Нормально вообще, да? Так это же хорошо. Наверное, крутой хил просто. Это же ребро, ты не дозу. Сам себя не похвалишь, как оплеванный, да? Натуре, блядь, как обрыганный. Опять обрыгался, Слава, ёп. Смотри, вот даю шоки, нахуй. Нормально, ебаный. Ебаный ты козёл, заново начинаем. Тихо. Всем еще раз. Закройте рот, блять, и встаньте босса бить заново. Если он здесь, пусть терсминог, нахуй. ГЦ, нахуй. Терсминог, вставалку юзай. Давай, захиливайся. Ману резай. Выйдели, что ли? Да. Блять, он за ворота ушел, нахуй. А кому? Кукмастер. Кукмастеру. Ледяной карман. Понятно, ты знаешь, дохайте мой дом. Я считал, что важно туда именно полететь. Пиздец. Но он чаржится в самую дальнюю цель, алё. Получается... Мастер два раза зарубил уже. Сейчас такая хуйня ещё раз будет. Второй раз вроде не получит. По-моему, скинулись КД, да, когда? Да, скинули это дальше. Нормально, это была тактика, чтобы мне, короче, скинуть КД, нахуй, чтобы я еще больше нахилил, нахуй. Чтобы мы далеча не успели. А Продекс, как дела у тебя там, ебать? Да, забудьте, я сразу сказал это, блядь. Да хули развод, забудьте, так. Какой развод, блядь, все надо просто быстро делать. Хукмастер, ты тут, алло, портанись инста, чтобы у нас такой хуйни было. Поменьше ФКшки, он не в инсте. Значит, был в инсте, когда он в ребро в начало инста пошло. Да, ну, нет, был, он может в инсте, если... Он был в инсте и выше. Когда пул был, он бежал. Это все, развод пул. Для ОБМ. Он в ледяной короне так и стоит. Бля, да он зашел. Он вышел. Он вышел только что. Да все, убейте не могу. Вы не те вещи обсуждаете. Да, в натуре, блядь. Деда маг, нахуй. Хули так долго бьете, блядь. Катрисе, что за хуйня с ДПСом? Леди 25к, у тебя. Мы заново его начали бить. Ну, 274-й, блядь. А, все против ушли, нахуй, я еще третий раз на шипе, иди нахуй. Ай, понял, блядь. На отмазке, нахуй, как обычно, блядь. Ты, блядь, этот пул видел, нахуй, говняный? Нихуя не видел я, блядь, ты че? А че это за хил, блядь, хуёвый, ну? Натуре. Реально? Хилы говно, моча, да? Моча. Сука. По-любому. Нихуя не хилят. Одну кнопку просто нажимаю, хилы моча, блядь. Стараюсь как могу, нахуй. Просто... Блядь, я уже думал опять. У меня же глаз дергается, когда он туда прыгает. Не, ну он же вышел, нахуй. Это, алло, блядь, осторожно там. Захилите хорошенько цепуху. Ничего, ломан сухой. Ну-ка, инра ему быстренько, блядь. На самостоятельной основе давайте инра, блядь, раздавайте. Вообще, видите, ману хилов, нет? Или что это, блядь? Это как... ман... Каждый раз надо просить. Это хороший вопрос. Почему ДС-8 быстрее, чем Рошан? Войду, Инер, не закидывайте. Он... Так... Да, пусть сам у него это... Босс может убить. Опа. Посмотрим, насколько он охуенный хил. Без мана, я да. Охуевый хил. Вообще не умею хилить, но... Да, походи, легко кинул это хилить. Кинул джагу, милиги сами хилятся. Кули тут хилится, блядь, никакого дамага нету, только по танкам. Ну-ка, из лужи не выходите. Давайте в лужу встанем. Подохните там же, блядь. ХПС поднять? Не буду вас хилить, блядь. Ты не похитишь никого, если хилить. Сразу хилу, хули. Я танка не хочу прибать. Танк умрет, вайп будет. А какой-то бич в лужу умрет, да и хуй на него, блядь. Танк лужу умрет. А если 24 бича в лужу умрет? Ну, блядь. За 4 бичам ГП тогда, на. А если танк уже умирает, что ты будешь делать? Клак. Килл виноват, блядь. Танк, моча. А, то есть, я понял. Не, там хилы, моча. Безвыходная. Блядь, спасибо, хил, моча, блядь, что инра, блядь, раздали все, ёбаный урод. Он нахуй сделал. Ничего, что они в КД, блядь. Они все в КД. Я и говорю спасибо, что их раздали, блядь. Только вот у меня... 40%. А, все нормально, 40% похуй вообще. Ты подсовывал дома.
Кто там пиздит, нахуй? О, блин, тролль, нахуй. О, сюда. О, вот это надо. Блин, тролли боюсь. Тролли, анролл, нахуй. Пойду пвпшить, нахуй. Штаны тоже забрал, нахуй. Все, блин. Осколка не было, да? Есть осколок. Есть, сэр. Говорит, yes, sir. Sir, yes, sir. Кар, так точно, сэр. Что за новые кнопки? Херня, ничего не слышу. Нет. Отвечаете, нет, как бабы. Помогает или нет? Внимание! Подвели моба, который ауешным взрывом дает 30 тысяч урона. Спасибо. Бам. О, за нет, то, что послушали же тактику. Да. Моб ушел под... А, он уменьшенный? Чё это за хуйня? Моб хекс. Ебать. Жаба, лягушка. Жаба убил. Заберите, заберите. Уведите его отсюда, веди его вниз, хули вы тут держите, нахуй. Уведите его нахуй. Он сейчас хлопнет по рейду. Ой, блядь, идите в жопу, блядь, бичи, блядь. На-на. Я даже туда не пойду, ну, идите в жопу, блядь. Танки моча, блядь. Хамазин, я пойду. Сейчас посмотрим, сколько меликов сдохнет. Да все, уже вроде один остался. Один милик. Все сдохли, да? О, войд, войд, боешка, боешка. Где, ебаный, бро? Лутера, да, блядь, мобе, боешка, мобе. Там 200-я. А, 200-я, блядь. Смысле, ты знаешь, какой камень пропасти стоит? Можешь ее, блядь, с мордаун-то отдать, нахуй. Слышал? Не-не-не, отдай мне. Ну можешь, всё. Нахуй, ну можешь и не отдавать, блядь. Спасибо, спасибо. Я сейчас... Ой, блядь. Целка обычка такой чил, конечно. На Синдре посмотрим. Делать все проходится само, нахуй. Ульдуар, вот это чил. А, пожарных, да. Пожарных хэйми надо сделать. Он тоже чиловый, если, блядь, не ебланом быть. Если... Там овердэмэш, он. Да там не надо. Хэйми, вот это чиловочка. Я и видел, нахуй, была человочка, нахуй. У нас зачем КД делаем, блядь, один огонёк по мраке. Дал бы, блядь, лоб, один во мраке, ты уверен? Да. Может, ну его нахуй? Ну, один не, будешь делать. Не, подождём. Один огонёк во мраке. Один будешь делать. Будешь ты единственным огоньком, блядь. Но стресс это самое. В среду будешь на стресс? А если сделаю, то чё, блядь? Ну все, блядь. 10 тысяч ГП. Не, ГП, вернее. 10 тысяч голды дадим тебе. Каждый. Сука. Ладно, я сейчас зайду на сырого монаха с пандарей. Туда надо гильду создавать, у меня все не влезет. Опа, отбегите от остальных, нахуй. Какая жалость. А хули оставим там Фрею или Торима? Хилы моча вы будете хилить, а? Вагон на хиле лечения. Там розовый вагон на хиле, блядь. Ты хилить будешь? Нихуя не знаю, я захилил уже все. Сыры не дают. Я понял. Не подхиливаются, ебаные. Ебаные, блядь, захилил все, нахуй. А че вы, сука, их бьете-то, нахуй? Это не вульдед вам оба, блядь. Вы че, одного не могли убить, а потом второго, нахуй, или что, или как, нахуй? Без передыху хуярим сразу. Ну, сурили. Албема, может, и ауру сменишь? Нахуй, нахуй ауру. На какую? На коня поставил? Ауру пеп. Ауру. Нету ауры, коня. А что моб в центре? Танки, танки, разберите, блядь. Моб в центре, крестик поставлю. Вот, крестик. Проклятие плоти, блядь. А продакс, блядь, выходи, служи. Проклятие, утро. Нахуй эти мобы, вон зеленка в мобах лежит. Да, вообще похуй. Вообще похуй. Дал танквили стан, нахуй. Чтоб, бля, не рыпался, нахуй. Дал ему фил. Че, хуярить его или нет? Не, не, да, да, зачем, блядь, че, ебанулись? Че вы делаете, алло, я... нахуй? Вы че, ну, блядь, ебнулись, хила? Ой, так сказал, просто дал стан. Ну, стан это типа, блядь, чтобы он не разъебал никого. Ну он хил бы, он не разъебал. Хил, да? Ты вот с паладином в двойке играешь, он говорит, я ходж чел удал, ты идешь ему ебало ломать, вот все. Найс, идея хорошая. Ты что со мной в двойке играешь, блядь? Мы вообще-то в рейде, блядь. Флэшбэки твои вьетнамские, блядь. Не, ну если хочешь, можем вдвоем потом и поиграть. Да ну нахуй, я не такой, блядь. Иди за самочком играй. С очком играй. А можно фул, пожалуйста?
Чё-то вы разгоняете уже какую-то не ту тему, мне дичь кажется. Какую-то, да, на то время. Пиздец, блять. Мы можем в двойке говорить. Шамана, не убейте, не убейте. Ой, сори. Ну, блядь, нихуя. Вы будете хилить? Её били в офлоф 11, но я же сейчас ГП понахуярю вам, нахуй, сука. Я грипну, чтобы её не убили. Я таргетинг. Куда ты грипнул, блядь? Кровисту призану по сифее? По сифее? Зачем ты грипнул как раз таки? Ой, пиздец, блядь. Чтоб нас с вами же костар его выкинул. Чтоб мне в Гере так челик, ну, аддон писал, нахуй, кто хуярит челиков в контроле, блядь. Нахуя вы убивали? Не, не вставай, зачем? Так он пишет. Лежи, чиль. Пишет, так это еще проматывать читать надо всю эту хуйню. Ну тягамуть она ебаная. Во, хуярим мудака. Секунду умер, вы охуели. Это мауешка была. Да я и так хотел тебя захуярить, блядь. Сейчас подошел, достал, дал, нахуй. Это тебе за твой гриб. От духов можно лопать? Он тебе отомстил. Можно, лопай. Вот специально, смотри, появился дух. Бля, у меня патч на духа, сука, не летит. На меня не летит, я за ним бегу, смотрю, кого он хлопнет. У меня ничего не получилось. Давай на следующий посмотрим. О, Лёха, дух возле Дживса. Тому учишь. Сука. Вот, смотри. А, блядь, не на меня летел. Сука. На нахуй. Кто хлопнул? Это называется антитактика. Не знаю, там в миле. Дух, смотри. А ИП будут за духом? Да, если хлопнешь духа, ИП даю. Когда-нибудь. Учишь хлопать. Где-нибудь. Да? Духов да? За ИП. Так, я слушал, блядь. Я услышал тебя. Потом в Геру придут, блядь, нахлопают. Катрыся, как дела там, блядь. Потом в Геру будут за ГП. Как дела? Меня в контроле взял, меня убили, идиоты, нахуй. Сейчас под полтинником его. Нахуй. Все, ты раскутанулся. Идиот ты нахуй, говорит. Ты что ты меня бесишь нахуй? Ой, плавлю дух. Плавлю дух. Этот, а брентроль кому надо? Мне. Давай мне. Мне брентроль. Две сто почти. Не хватает апну, две сто брентроль. На полидринка закидывай. Не, реально, кому надо, блять. Ну мне надо, я серьезно говорю, вафу мой мэлов. Я вот попал. Блин, упал! Блять, надо было мне ДКшником быть. Ботинки на бочку. Быть? А не ну, пал, ну, да? Ну как быть? Не, я просто... Ай, блять, отстань. Осколок. Заебал. Да, да, услышал, блять. Увидел да, чат. Давай, все на распыл закидывай. Не. Какой распыл? Тебе точно надо гомосек эту хуйню? Да, конечно, у меня 232, блять. А ты так в ПВЕ хочешь с ним бегать? Так и зовут это кто, нахуй? Это Вадикон. О, ебать. Так и запомним. Да, так и делать. Дайте по Ризону, по Ризону. Бля, да. Закан еще нету, где не дулся. Ты-то хуйня надо. Ну что, там осколки сыпятся или нет? Сыпятся, сыпятся. Ну два, позже придет. Был бы ты, был бы ты, был бы ты, было бы ноль, нахуй. Ой, блядь. Знаете, делаю каркар, но это до последних. Так, и эта хуйня тоже бесполезная. Так это ж боешка воет. Как боешка еще курнул, блядь. Ну наркоман, хули. Допустим. Ладно. Ну, допустим, что-то против нас имеешь, да? Мы все найдем. Против нас, нахуй, нихуя себе. Да. Ганджу бас. Он про себя во множице нам. А, в смысле, понятно. Себя. Да, там раздвоение. Ну, там не раздвоение, походу. Там раздвоение. 13 личностей. Ну ничто так не радует, как 25 осколкового нера, блядь. В сумке, нахуй. Хуйня, блядь. Ты смотри сильно, мне это не шурши, блядь. Ты да, не шурши, тебе еще 3 недели собирать его, блядь. Чёмный подбородок. Слышишь, ничто так не радует, как у Рависта 6 осколков за ульдус. Не, там вообще. Ничто так не радует, как адекватная администрация, которая тебе говорит, иди нахуй. Ты представь просто, не, ну то, что у него осколки удалили, я вообще в ахуе с такой хуйни. Я прям не знаю, нахуй. Удалили? Он рассказывал удаление, у него что-то. Но у него но они пропали. Не верно. Они пропали с сумки. Нахуй. Это вообще. Ну, с ГБшки тупо пропали. Не, ты говорил, с банка пропали. Ну, с банка. Это вообще, блядь. Я вообще теперь боюсь за свой банк, блядь. Я себе перескинул, что все свой банк. А вот, прикинь, у него там, блядь, вещи на ЦТГ есть, блядь, три копии. Не ебать. Хули он один хуй еще раз выбит. Что-то долго, нахуй. Там долго вы дракона месите, блядь. Что так долго, блядь? Не бьет, что ли, половина, блядь? Потому что... Сейчас, подождите, я пропишу там. Портануло, портануло. А хули, откуда? Че они бегут сюда, я понять не могу. Потому что там чё какой-то, блядь, потому что бичевисы не держат. Кто бежит? Но мобы бегут.
Второй дракон и моб еще. Дракона убили, второго еще пара мобов. А, так а нахуй вы в этот круг заезжаете-то, блядь. Бомжи, блядь. Вот по правой стенке вот так надо ехать, нахуй. Дракон пулится именно вот в этом кругу, стоит активация дракона. Как ехать, когда мобов нет? Вообще похуй. Понятно, блядь, что так долго, блядь. Вообще похуй. ОБМ. ОБМ, блядь. Нет, я розовый. Разъебу. Выебу нахуй. Пехотная пожилого рывка. Запустилось еще. Максимум, что ты выебешь свою руку. Тоже папа. Неплохо. Вызов принят. И так хорошо. Вызов принят? Вызов принят. А кто звонит? Куда звонишь, друг? Тебе батя. Там у тебя. А мне, слышишь, Седжу, этот самый... А кто спрашивает? Этот, вот как он, ты говорил, с гонки, вот этот аниме или что там, как он там называется? Да, да, да. Я посмотрел там сколько там, 5 или 6 серий, ну ничего, блядь, прикольная хуйня. Я сразу, когда смотрел, ну я про гонки не особо фильмов даже много смотрел, я вот что, ну Форсаж... Там сюжет прикольный. Форсаж я вот не считаю, что это какая-то гонка там, блядь. Но я вспомнил... Мне понравилась Форсажа единственная часть, это Токийский дрифт, вот. Ну, не сказать, что он да, весь это прям... моя любимая часть. Блять, вообще, вот именно как они тоже, там же тоже Япония, такая же тема там с горой, атмосфера, типа. Да. Хули там Авелания снимался. Там типа, блять, мне прям понравился момент, когда он его тоже... А как он его обошел, я уже не помню, надо пересмотреть момент, как он его обошел в Форсаже-то этого типа. Повороте. Да я знаю, что на повороте, а по какой стороне он его обходил, я не помню же. Ну тоже, типа, блять, такой охуенный прям тип, ебать. Так там и прикол был в том, что он его на дрифте по внутренней стороне обошел. Он по внутренней его обошел, да? Да, это же часть про дрифт, он по внутренней его обходил. Там в этом там, и типа, внутренняя сторона, это, типа, очень трудно контролить. Ну да, и поэтому примерно это, типа, охуенно было. Контроль энергии на роге. Ой, я понял. Форд против Феррари и Need for Speed неплохой был. Я Форд против Феррари смотрел. Да, Need for Speed. А Need for Speed не смотрел, что фильм такой, что ли? Да-да-да, ну по НФС-ке полностью, да. У вас же скорость, по-моему, в нашей локализации вышла. Не, не смотрел. С этим, с Джесси Пинкманом. Да-да-да-да-да. Вы сейчас три пушки будете теперь хуярить, молодец. Дурачок, блядь. Три хрюшки. Че, пушку забагали? Вот в эту пушку сядьте сейчас, бомжи нахуй слепые. Вот квадрат череп поставил. Сука, быстро, блядь, займите пушку. Она уже сломана, уже все. Хули сломана, блядь. Но у меня стрелочка показывается на ней. Ну, а не садитесь, стрелочка не работает. Барабан. Нифиг тут. Че, у нас общий сбор какой-то? Сбор бичей, блядь. Лечение собираем. Это, ну сейчас долго они будут бить, давай немножко подкопим и слетаешь, скинем стаки. Сейчас пока еще давай, ну два мага, наверное. Давай ему always кину, три капли. Ну рисовка, конечно, я тебе скажу, у меня, блядь, рыготню вызывает, нахуй, просто пиздец. Она старенькая, типа, для 92-го года. Да, я даже не про старость, мне сама рисовка, вот сам стиль не нравится, вот этот ёбла ихние, вот эти, блядь... Ничего, привыкнешь. Трусы ему, короче, не нравятся. Так-то, блядь, закрыв глаза, можно смотреть, нахуй, ну, блядь. А пижама? Ну, давай, тут уже не урчай. Не, тематика прикольная. Ну, блядь, тоже сюжет, да я бы тоже доебался до сюжета, нахуй. Тип а какой-то, чё, мы, блядь. Может, перелетим, чтобы повела? Типа, можно списать на то, что он там молодой, нахуй. Давай еще мага, нахуй. Ну, там, блядь, 46, он и по 40. Да похуй, ёбаный, блядь. Не, ты там вообще легендарный аниме. Легендарная пыль. Про какой аниме там? Инициал Ди. Кого, блядь? А, блядь, бомжи нахуй не знают нихуя про аниме. Ты, блин, быстрее будет был. Даже ёпта знает. Тут такие макуры сидят в очках Гурен Лагана. Ебало, серьёзно было? Сука, Войд, блядь. Чисто Войд реально такой очки поправил. Войд ворвался, блядь. Тетрадь смерти его записали. Это, улетайте, нахуй, улетайте, ёбаный рот. Быстро, быстро, быстро улетайте. Илаш тоже улетай. А то ещё, блядь. Ой, посвятай аниме. Прямому чё? Аниме подсветай. Трепичип, сука, ушел нахуй. Ну он стаки не скинет. Ты баран, что ли, блядь? Что ты делаешь? А сейчас его разъебут, нахуй. Вот так прямо называется. Бомжа кусок, блядь. Что ты делаешь-то, блядь? Ну все, ждем, блядь, сейчас стаки пока скинет. Я учусь летать. Нахуй ты учишься летать, блядь. Что, потом не упасть. Зарядите его в пушку. Зарядите его в пушку, нахуй. Вс,
все, лети. Ну, стой, ты вот видишь? Вот ты видишь меня? Вот смотри, вот я делал так. Не, не вижу, нихуя не вижу. Еще раз покажи, блядь. Это как, знаешь, как в ебаном мультике про дятла Вуди было, нахуй. Ты, говорит, он ему это доску с буквами придвигает, и говорит, блядь, говорит, ты что-нибудь видишь, говорит, а это что за буква? Не, говорит, нихуя не вижу, уже вплотную прям к носу придвигает, блядь, говорит, все равно не вижу, нахуй. Блядь, угарный момент. Близорукс просто. Ну, вот я и говорю. Там чё, как тебе рисовка, блядь, дятла Вуди? Получше, нахуй, чем аниме, нахуй. Не, ошибка жесткая. Там тоже есть одна старая, одна новая, нахуй. Кто? Одна ультрамариновая, вообще, блядь. Кефир. Сдуришь. Лика победарный. Ты засранец, вонючий, мать твою, а? Ну я в ретрике тогда спекнусь на... Хочешь меня трахнуть, я сам трахнусь. Тогда. Да канонист, черта, будь ты проклят. Иди, идиот, трахать тебя всю ту семью, говно, собачье, жлоб, вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты говно, жопа. Ты че, с ума сошел? Ну, надо я уже увидел, что все надо было... кружки продают. Это настолько надо... баян уже, что я не знаю. Надо так... было до конца договориться. Кринжово. Не баянов, это классик. Осколок. Да я сам тебя трах. Я не против. И ты член вонючий. О, не вонючий. Плачек. Не, это когда он телек бросил, я вообще угорел с этого момента, блядь. Телек бросил, так брось мой телек, говорит. Юлия, осколок отдай, блядь. Не отдам, нахуй. Брендроля, дай, братишка. Давай монолог Джонни Деппа про салонку. А кто такой Мерселла, блядь? Ты я и чё? Кто? Ты я и чё? Кто? Кто ты, блядь? Я. Ты, блядь, дурак, что ли? Отдай мне бесплатно вот это вот. Табая. Столько среднего, блядь. Гуль. Какой ещё гуль, блядь? Какой, который людей ест? Я тебя съел, нахуй. Это Танатос, что ли? Нет, 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 нет. Танатос вообще бич ебаный. Натуре, что ли? Согласен. Натуре говорю, блядь, чмо вообще. Ну, блядь, мутану нахуй, больше мне пиздеть. Я же вижу, что ты нахуй. Ты говори там, если что. Я мутану. Эй, блядь, за что нахуй? А рыбу? Сука, за что? Рыбу давай. Мутану. Муда. Так, а где рыба-то? Убери свою говно-ауру. Какую? Да, я на коне. Последнюю. Аура кринжа. А что ты сказал? Убейся ауру, блин. А что, так можно было? Быстро едем, долго затравляем. На вальке пригодится. Угу. Можешь через вальку начать ходить? Блять. Он... Синдры, начнем нахуй. Ну а чё, забись, не. Быстрее линуть отсюда, да? Мы назвали его Void Light. Bad Light? Угу. Bad Light, реально. Bad Light. Bad Light. Блять, хорошо, один заряд масла есть, нахуй. Блять, я фласку проебал. Сколько там секунд? Сука, не успеваю. 20, 18. Блять, говно, что делать, блять? Я не киздирую, блядь. Просто бежишь без фласки, нахуй. Пиздец. Минус 1000. Без припота. 7 секунд, тогда было 4, блядь. Одна. Похуй, блядь. Без припота будем, ёбан. А, блядь. Одну банку выпью, по-моему. Что за лаги, блядь, пиздец лагает. Нихуя, это войско там так много стоят, хуярят в далаке. Это бомжи из гильдии. Слёза угол. И ты главный бомж. Нихуя там опродок. А продакт чуть-чуть показал. Продакт скрутит, блядь. 36. Чуть такое. Это бушка. Это просто. Удаляемый продакт. Так, нахуй, я на форум пишем, но ты. Я на форум пошел. Да. Авторотация. Да там випка 10, вы че, рофлите? Витя, я же говорил, нага имба для ДК. Витя, сколько инвизибл крутой длин.
Ну коя себе 33, неплохо, ты 5, да? Ну, так давай, на... давай. А на продукт, блядь, там 38 было, по-моему. Еби за всех. ДКшники, сука, должны письку составить. Сильное заявление, проверять, конечно, я не буду его. Че не проверять, блядь, он... Оно уже проверено. А продукт трах. А че, Invisible там сразу... шлемом? Или что такое? 4 плюс випка называется. С рука. Пиздец, бля, как... Как этот, как хук, но только без шлема. Хук. Потому что он нага, у него мини-гера есть. Хук левая, хук правая. Нага. А проводок страх... Ёбаный его. Ему еще палку... Широкую на широкую, блядь. Ему палку еще рыжую сделал. Ёбаный волки, нахуй. Ну да. Конечно. Давайте всем сироком видимо продукса. Кому давай, бог... брат. Траха, пидора. Кнопочки класс. Иногда бывает дамажишь, дамажишь, блять. Вроде бы казалось, блядь, пиздец, потом обливаешься, а дамага в итоге 15 канах. Сука. Это ты про себя, ой? Ну, блядь. Ну да. Это про Катрисию, беднягу. Пиздец, 22, нахуй. Последнюю тычку не успел. 42 секунды, нахуй. Бесловский без масла мне похуй не будут тратить. Ну, 16,5 нормально считается. Да? Рипичип я почти обогнал, нахуй. Рипичип, ты чё, блядь, жёсткий такой? Сколько он дал? О, я 17 дал, ебать, амонсон. 16,700. Батин радостный, нахуй. Просто. А Мерцелла это что? Что им делаем, пацаны? А, Танатос. Да хуесос это Мерцелла. Я понял, хуесос, я понял. Да, блять, в смысле, за что нахуй, алё? 387, блядь, пиздец. Чего? 8к даю, блядь, пиздец. А как так, а продукт спустился на 27900, нахуй? Ну, только мы же... У него 29700, нахуй. 29600. Ну, не знаю. Короче, 30-ка. Токен, сука? Да ты с этими токенами охуеешь просто. А чё там вон иллюзину надо, нахуй? Да ты их себе эти токены оставляй, там на сранитель. Я не рассказывай ему, блядь. На чёмку так, там квест, нахуй. Нет? Спасибо, деда. Блядь, люблю тебя, зайка. Ну ты ему сранит дал только что, это хуй вижу. Боя. Какой сранит, блядь? Навряд ли вообще его сделают. Да уже сделали. Что уже сделали. Это сранит меня. Чё а, сделали? Чё вы мозга ебёте? Короче... Сранит. Да не, нету там такого. Есть. Нету-то, есть. Я только что вот мы сходили, блядь, рецепт покупали, я смотрел. На ну-ка. Ну-ка тихо, нахуй. Серьезно? Дай сюда мне токены, да. Нахуй. Кого не верни, блядь. А ну-ка, ну-ка, а, ну-ка, ну-ка, думаю, а нахуй вы рулите, я думаю, блядь. Ну-ка дай сюда, я проверю, блядь. А там надо быть, надо быть класса этого или просто прийти? Неважно. Что вы уже добавили? Да, это уже есть, ну вот. Так, это где? Где ты говоришь? Где Венда? Это рецепт с тобой покупали на первом этаже, ебаный в рот. Не понял. А, здесь у целка? Пошли. Сейчас, подожди, я у него заберу. Да ебан, по-любому я тебя говорю. Подожди, подожди. Пойдем вместе, пойдем вместе, пойдем вместе. Да дай сюда, нахуй, я пойду проверю, блядь. Я посмотреть хочу, блядь. Так, где мой джинс, нахуй? Я проверил. Я тоже скидывал кучу. Давай живее. Я тоже заранее брал. А, подожди, а вот которые... Я себе ВХ соберу, блядь, тогда. Ёбаные волки. Давай, принимай скорей. А второй где? А что вы делаете? Ты откуда знаешь, где второй? Да, иди у тебя, сюда, нахуй. Я тебе два отдавал, блядь. Ара, иди сюда, Гарви, я тебе покажу, где. Да подождите, блядь. Я не я такой быстрый. Я возьму печенье чисто. Слышите, чё? Крестик на моба поставил. Тихо, это самое... Там, которые старые лежат в сумке, их тоже можно, да, обменять? Да. Да. Конечно. А, да, да. Вон ну, они, всё, блядь, нахуй. Всех трёх видов, где? Блядь. Нихуя себе! А покажите тоже, плиз. Так, вот, тихо. Крестик, да, вот этот? Ну-ка, да, где? Да, да. Последняя страница. Войт, спасибо, что ты их мне накидал. 8 штук или 5. Так, блядь, да, давайте выхожу штук 10. Так, давай сюда, нахуй, где ты там, блядь, ты 4 будешь на качать. На чё меняют? На печеньки DS или что? По 9. DS. Да, да, ну... Печенька на DS меняется. Ну, они хоть теперь полезными стали, хоть будут всё, эти... Всё, отвали от меня, я с тобой уж не разговариваю. Короче, когда там идем в десятку на фул, нахуй?
Это, смотрите, сегодня после рта. Смотрите, вот эти обычные, они и так без ГП были. Вот эти обычные, тогда буду забирать на ДС. Вот, и тогда сейчас ДС у нас количество увеличится. Это, считай, с 5 квартальных боссов. Это их по 2 падает. Это получается 5 на 2. Это уже, уже 10 ДС. Плюс еще падает там 2-3 штуки, нахуй. А ты, в принципе, как в неделю ходишь, ты посчитай, сколько алло. Это в сумме. Это дохуя вообще. Это нормально. Ну, я по первости... Все снова по одному каке, да. Типа. Я по первости продавать... Так не буду. Они на аукционе уже должны стоить 1,5 ка, нахуй. Они не стоят. Они с рук сейчас уходят где-то 4,5 ка. Да 4,5-5. Ну, я не про это. Я про то, что если надо будет кому-то на крафт лутера какой-то... Лутера дай, блядь, заебал. На крафт какой-то, вот, допустим, как этот... Как он называется, нахуй? МВП Шаду он крафтил там тапки. То будет в ГБ эта хуйня. Вот, ну или кому-то там шем делать, что есть экспех. А, ну вот, давай. Ну ладно, раз с ГБ... Давай мне выдаваться на крафт. Бля, я сам на грань насобирал, пиздец. И давно это? Давно это сделали, нахуй? Почему я только сейчас... Недавно. Ну это сделали точно вот, когда боты крафтили, это вот уже было. Да, у меня банки 7 штук упало. Не-не, я не в курсе. Ну вот теперь в курсе, нахуй. Плюс голда, нахуй. Слава, кидай там печеньки мне. Я сумку кидай освободил. Теперь, Слава, да, кидай, кидай. Ну. Теперь больше кидай. Я печеньки поменяю, ёбаный. Чтоб жили мы как люди. Ровно, нахуй. Ну, собаку привели. Нам всем пиздец. А чего, тут умирать нечего, расслабься. Я сейчас два истребления прокнем, блядь. Так истребление 10% оставляет. По дефолту. Оно не наносит 90%, оно 10% оставляет. Ну да, не наносит, кстати, держу курс. Просто вонючка еще воняет. Ну вот, 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 хуйнул он и чё. Какого хуя тогда я умер? Потому что тебя вонь убило. Лох, потому что вонючка. Истребление, истребление не убивает вообще никак. Лох! Да, сука, не висит. Заебал, блядь. Лошара. Печеньки, сука, забрал, чёрт. Если, блядь, ВХ уже почти собрал, ну. Да все, тряпочное просто. Ну, да, еще, это... Мне еще 23 ДС всего осталось. Все, слили тебя. Мы тебя... Да, раз, ненавижу вас. Худшие, блядь, в мире. Мы тебя обожаем просто на зато. Осаждаю, блядь. Ладно, я вас... Вас... Не... Нахуй отсюда. Ладно, я передумал, что, ладно, ладно. О, ленточка, ленточка. Ленточку сюда, ролим. Сука, ты чё? Хуя вы сегодня как, блядь, эти, ну. Люди, блядь, с далекого севера, ну. Печеньки сюда, блядь. А хули, блядь, никто ленточки не собрал. Вы что, ебанулись, мужики? Дайте лутера, пожалуйста. Будь, это я, знаешь, что подумал? Будем открывать, наверное, людям Т-10 и 3, которые вот эти вот, будем открывать с ГБ. Т-10 3? Да, вот это стопудово. Ну, я так частенько давал людям... Кто-то сам открывал. Сейчас проведу. Т-4-3. Еще раз. Да, я про нее и говорю. Вот, зачем Т-10-3 открывать? Да заебал. Что вы придумываете? Нахуй, блядь, заебал, реально. Не просите. Говорил, что где-то нахуй вы душите. Это, иди сюда быстрее, блядь. Что вы там, блядь? Маба, убейте, блядь, сзади. Кому там ленточку? Блядь, у нас сейчас осталось. Мерцело. Целого, блядь. Сука. Позвали тебя. Нихуя, блядь, ну ёбаный волк. Ну и что ты, блядь, согласился? Поебать. Да ладно, я наебал. Роль-то. Сюда, не сюда. Равис, делись. Рома, поделись. Рома, блядь, ты долго там будешь стоять, блядь? Беги сюда к нам, блядь. Мы так хуй, когда пройдём. Это ленточка, нахуй. Да я нахуй она нужна, эта ленточка, блядь, чё, ну... Ну, блядь, спроси у них. Босса надо бить, а не ленточку ролить. Он на трэше на совете бы и поролили, блядь. Ленточка моя, Раниса. Ленточка, Рома, блядь. Она у тебя уже в сумке. Это, дайте а, столик. Блядь, маги, дайте столик, блядь, блядь. Штруделей возьму, нахуй. Призн отсутствует. Так, не те. Так, всё, заебись. 5, 4. А, перед разрывом кинул, окей, ладно, дауны. Спасибо большое, ребят.
Скажу, давай один огонек во мраке на следующем КД. Го. Это как? Без... Это с одним хранителем. Без богов, да. С одним, нахуй. Без богов ты не сделаешь нихуя. Ну, кого там оставляют-то, блядь? Не Торима, того, который добивает. Того, который добивает, оставляют. А что не сделать? В не, можно, можно как бы и без него, нахуй, но это надо быть уверенным, что прям... В два танка там просто, да и все. Да нет, смысла нет. Ну, может, ты думаешь, есть... танка сбреет, он хилы, говорят, нихуя не бьет толком. Ну а потом их усиливать будет. А кого начнет. Ты хочешь оставить? Фрею, типа? Я никого не хочу. Можно и без Фреи. Не, условно, условно, вот если бы ты пошел делать. Я тебе не говорю, как что, кого бы ты оставил? Я, ну, можно Торима, можно Фрею. Мне а да Торима надо оставлять. Я бы только Торима оставлял. Ну, блять, если такой интерес есть, я говорю, не, ну не сейчас пока, сейчас не то время. У нас другие дела, вон Т5 надо выбивать. Да. Надо, сейчас пока один две... Один хуй в ульду ходим. Мы пока две ходим, я не буду этим заниматься. Надо ее быстро проносить. А когда я одну уберу, это будет, мы еще волонерчиков сделаем. Вот у друида инвалида, я думаю, надо делать. И потом посмотрю. Я вот не знаю насчет Транквилла, как он там, холик, не холик, надо вот узнать, как надо он играет. Надо ему холипалу делать. Холипал в жопу пускай идет. Нет, пусть делает, но... Пускай делает, но это, пока что он как хил прист в мейнрейде. Да пристов много. Ну, блядь, ну, тоже да, скажи, кто, блядь. Кто? Кто? Давай, кто? Сейчас, ну, явно не ты. Ты, Гоша, да. Правильно. Ну-ка, в каком месте? Вот лично на присте? Я потом дохуя ходил приз такой, да, прям жесткий. Ну. И знаешь, какой шмот надо собрать на ходе приста? Что, ты его отвернешь? Или зачем ты его отвернешь? Хелома, Транквилла, Гандальф. Нет. Только два точно было. Ну. Вы против пристов, потому что присты белые. У нас нету ходе пристов в гильдии. У нас только один ходе прист, это Транквилла. Черного класса нету. В натуре, блин. Осуждаю. Ну, рыцари смерти там хоть. Ну, не красные. Ну, бля, в душе черные. Кровь надо кому-то. Кажется, нам пюре. Ебать, сейчас колок. Это как. Лесните, пожалуйста. Ну, раздавай. Че, Катрисе, че с ДПС? Лесните, пожалуйста. Пошел нахуй. Нет. Ответ убил. Ой, я люблю тебя. Только говорю, что сейвился в мишке. Между тут урон у меня урезан, поэтому боссу слечу. Ой-ой-ой, это чё? А на сколок. А завтра воет... Слишком удобно. Какой а вот сейчас Транквилла парейд подлагивает. Вторая ульда. Пара, начало целка. Да. Что, блядь, такое? Ты рывками двигался. Поясочек народил. А, там и... А, кара. Нет, нормально. Атак. 12-0. О, нормально. Короче, когда меняешь... Днём на... На стриме, то... Я понял. Была да. Такая херня. Нет. Я на кару подписываюсь, блядь. Да, кто ее поведет? Ну кто? В натуре, блядь. Кто же поведет, блядь? Узнаю. А кто ж тогда пойдет? Ну, мы с Ванькой одно проведем дальше, че. Другую войт. Я параллельно не пойду, они подряд пойдут. Я и в ту хочу. И на эту, и на ту, я набью себе тату. Это да, про короб, да, говорите? На коле. Да, и, блядь. Чёртика на жопе. Зачем тебе лутер? Блядь, заебите, а? А можно бабочку? Сейчас босс, блядь. Кстати-ка, там кровь никому не надо. Да нахуй ты моросишь ламаунт, блядь? Ты угораешь, что ли, блядь? Тебе Т5 кусок дали, ты второй получишь по очереди, блядь. Какой тебе смысл? Ты ебанулся, что ли, блядь? ГП жалеешь, сидишь? 50 ГП. Одевай тапки, чарь, блядь. Такие же тапки в Зуламане падают с босса, с этого огненного босса, но, блядь. Точно-точно такие же, блядь. Боешься, есть такие же. А лучше ты... Лучше ты только с Герой лутнешь. Оно у тебя за одну КД слетит. У тебя 25 ГП за вчерашнюю резку, и это 50, оно за одну КД слетит. 80. Говнецо в сумку скинуть? Надо, у меня тут говнеца, пиздец, блядь. Всякой хуйни, блядь. Иди сюда, скину. Да убери. Я тебе сейчас штаны скину, короче. С него? Или с себя? А чё не пуляем? Чё стоим, ну?
Говнецо скидываем с штанов, нахуй. Минус штаны, блядь. Секретная тактика. Ой, штаны свои скинь. Скринь штаны, нахуй. Ты не ступаешь, Гильюс, скринь штаны, нахуй. Скрин ваших штанов. Не коричневый партнер. На турист. Уже просто. Коричневый. На наличие. Чего-нибудь. Бля, не смешны, не смеши, я пёрну. Ёбаный урод. Главное, монитор не забрызгай. Не, ну нормально, а чё? Чё такого? Чё такого, блядь? Да вон, я скинул фамилку мем. Вы думаете, это мем, что ли? Это будет как в этой, как в догме. Как там в догме было, блядь? Говномонстр вылез. Да, 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 дерьмодемон, нахуй. Дерьмодемон, нахуй. Дерьмодемон, нахуй. Кто, блин, пернул, нахуй, вышь, нахуй. Двери вылетают, такое тело, блядь, заходит. Дикий Боб, это ты, блядь? Дикий Боб, блядь. А я, говорит, допрошу нашего заморашку, нахуй. О, говорит, бесплатное заголение. Ну, Сальма Хайя, конечно, мое почтение, блядь. Я даже боюсь писать, что вы смотрите. Блядь, я вообще, походу, ебану. Ты что, не смотрел это, Гош? 15, нет, год. Я читал комикс «Особо опасен», там тоже был дерьмодемон. Главный герой его очень ебнул, знаешь как? Он его в толкан и залил их хлопкой. Я понял, блядь. Не, ну по факту, фильм сделан по комиксу, но комикс... нет, наоборот, фильм по сравнению с комиксом сосет. Глубоко и сильно, то есть... Комикс там более жесткий, он наподобие DC мрачного, то есть там такой же скач вообще. Кровищ еще больше, там чериком просто с обычного пистолета руки отрывало кика. Ты случайно не анимешник, блядь? Это... Да. Но это не аниме было. Но это есть, блин, есть пацаны. Комикс, есть такой комикс, реально особо опасен называется. Я бы его так не говорил, ты мне. Да. 7 серий он посмотрел. И это... Став, ты помнишь, что было с этими скинхедами и ФТЦ? Вот. Чего? ЧВК Редан? Да, вы думаете, что это я блядь. Их основал? Да я их основал. Что там за скинхеды были? Ты так не говори, нахуй, тут на ютубе, блядь, эта запись будет, и потом, блядь, те приедут, нахуй. Сбышники, блядь, тебе приедут. Пусть приезжают. Я тебе вскрою, нахуй. Опа, травма. И Сёжа, потом нихуя не скажешь. Ибо опять боешка, Войт, ты чё накрутил, блядь? И опять осколок. А чё, пойдёмте квест сдадим. Это какой осколок уже по счёту? Чё за хуйня по боешкам? Ну, пятый. Да, да, сдавайте квест, сдавайте. Шести боссов. Я понял. Я надеюсь, просто... у нас хилы там отбегут на синдре от притяжки, это самое интересное. Нет, не бегут. А что, Брентроль будет ролиться, что дальше? Травма, нет. Анус. Брентроль? А где он лежит? А он у меня лежит. Да, да, у тебя. Наебать хотел, да? Он уже какой Брентроль, да? А штанов уже нет, нахуй. Штаны забрали. Штаны, да. Последние штаны забрали уже. Да. Так, тебе... А чё за хуйня? Кого? Уже... А, блядь, закнул-то закрыто, блядь, сейчас, нахуй, заебал. Я войду, багруха падает. Здорово, заебал. Багруха. Хуевуха? Я понял, ах. Опа, и даже моя боешка упала сюда. Да, о, Водин. О, говнояж. Потом кольцо выпало. Ебать боешек, нахуй. Ебать, я на робота. На робота тогда готовился, ебать, думаю. О, кольцо домой. Так, Брентроль, давай. Кидайте ролл на Брентроль. Только кто ПВП нормально играет, нахуй. Не так, блядь, как... У меня три, я ебал вообще в рот, я не, для блядь. Для ПВЕ говно. Собственно, не берите. Помоги, 84. А ебать из гладиатров, ни одного на арене нахуй. Все, 93. Пока, лохи. Отдай ДК штуку, его носит. Отдайте призану, отдайте призану. Я хочу, чтобы вы отдали призану. Призана геровские, нахуй. А, ну тем более. Вот у него геровский, нет у него нихуя. Он попросил. Короче, призан те нахуя, иллюзион те нахуя, катрисия те нахуя. Так и зовут. ПВПшишь, что ли? Мерсела те нахуя? Гомосек. Я сказал, я вырылил, я могу выносить. Хочу, чтобы забрал. Кто это призан? Нахуя призан? Потому что он бегает с топориком двумя. Призан, а у тебя разве геройского нет? Нет, у него нихуя. Я хочу, чтобы он забрал, мне похуй. Я вырылил, либо мне, либо ему.
Хорош. Мое почтение. Не отдашь, блядь, на форум. Нехуй так делать, да? Нехуй так делать, не похуй. А анонса ролла не было, не ебет. Призан, тебе не надо эту хуйню? Надо, только ему... Ну напиши, Призан, блядь, что вы за него-то говорите, сука? Призан, ты тут? Он тогда Гировский хотел. Ну, я не знаю, кому лучше, блядь. Дай кому-нибудь СДКшников, блядь. Призан из Гера отдадим. Блядь, он не упадет с Гера. Ага, Геровский вы продаете. Да никто его не продает, блядь, он не падает. Каждый раз. Блять, а он АФК нахуй. Мы последний раз хуй уже. Да. Призан, блять, тебе надо палку эту ебаную? Блин, не надо. Все, давай. А это кто говорит? Мерсела это говорит? Да, так я вырулил. Кого он забирает? Призан, что за прикол? А, он не ролил? Я не помню. Но он ролил. Ну, так он на Призан нас ролил. Ролил 33 выкинул. А на кентов тоже можно ролить? А гомосек тебе... Гомосек тебе надо, эта хуйня? Не-не-не, надо. Ну а кто там следующий? Мастер Каши, да? Ну да. Тебе надо эта хуйня? Ну да, в ПВП. Ну, друг на друга не надо ролить, это хуйня какая-то. Давай Мастер Каши отдам, а там... Только чтоб до моих ушей не доносилось никакого говна, блять. Там что хотите, делайте. Пиздец. Рэлла намыла нахуй. Тихо нахуй. Анонса Рэлла не было, не идет. Согласен, похуй. Был анонс, у меня видео есть, показать нахуй? Покажи. Да не-не, на скрин. Не похуй на скрин, можешь в очко его засунуть. У меня на видео голос записывается. Да ты, блядь, я наоборот за тебя, лол, блядь. Позакрывали пиздати детишки нахуй. Халидринг тут, не? Убить босса нахуй. Блять, его слизень выпустить, блять, его. Кулак дайте, алё. Фистинг $300, всё. Слава, дай кулак. Я, блять, каски бафаю, нахуй. Чё надо, хозяин? Хамазик, дай кулак. А ты кто? Батя твой. Друиды. Где халидринг, блять? Да, пожалуйста. Пиздец, ссылка. Я из деду. 1:40, нахуй. Мечта, мечты, блять. Кулак дать. Это Сэдж говорит. Реально? Ты что там делаешь? Пошёл лизать нахуй. Ой, бля. А вы знаете толк возвращения? Всё, я гуляю на. Без кулака не буду бить. Дай пусто. А я сказал бей, бля. Подкаст. Что-то Вадикон тебя на билика потянуло, да? Да, давай без плевков убьем. Не, можно. Перевели, ебать его, урод. Боб, дайте. Губка. Волшебный? Ебать, он на срань господня. Я сегодня никак. Holy shit. Там пельмешки полетели. Помолчи. Че тебе не нравится? Слушай, опять акцент? Просто я хз, у меня просто уши. Ты че, инглишмен нахуй? Ты, наверное, не знаешь, что... Не знаешь, что... Правильно выходит, ебаный в рот. Не знаешь, наверное, что акценты есть у людей, блядь. Всякие разные. А плевка нет. Ну как всё, нет, есть. ГП нахуй. ГП зависит. Успел. Успел, красавчик.
Кто успел, тот и съел. А чё лужу пить будешь, нахуй? Алло, нахуй, бич. Сука, быстро пей лужу, нахуй. Хули ты стоишь? Я только одну выпил, что ты на меня... Ты понимаешь, что сейчас боссы переведут, и это исчезнет, нахуй? У тебя их три сейчас уже, нахуй. Вала проебал, блядь. Кого проебал, я ебал, блядь? Давай ускоряйся там, нахуй. Одну хотя бы выпей еще, блядь. Уже все, уже переход, нахуй. Хуй ты успеешь теперь, нахуй. Она сейчас исчезнет, тебе эта кукла ебаная, нахуй. Чё, блядь, как вот дела? Пиво. Пивное, блядь, сука, ёбаный урод. Пивной бочонок, блядь, ёбаный. Хули ты стоял там, блядь, кукле смотрел? Вот так и ловит, блядь, да ебаный. Лужу выпивал, блядь, так скажи, блядь, чтоб стопнули. Ты РЛ, блядь, или кто? Сука, я тебе сейчас дам, блядь. А ты чё, блядь, не исполняешь, нахуй, свои обязанности в кукле? А репичи, хули сдох. Я плюнул. Все тихо, нахуй, сейчас я плюну. Плюнул, нахуй. Никуя ты не плюнул, блядь. Да всё, это самое, блядь. Так, ну, давай, а где мне там таунт, нахуй? Сейчас, короче, забираю. Сейчас обойду лужу, блядь. Успею, нет? 5, 4, 3, 2, 1. Успел, блядь. Да хули вы в луже, ну, чё, ебанутые мне силы, нахуй, пиздец, скринчик. Они не в луже умерли. Они в колбу зашли. Вдвоём, блядь. Мастер каши забрал, да? Она вела сколько? Два только. Ну и все, добивайте так. Похоже, ничего не надо. Все, не надо больше, ты умрешь нахуй. Если умрешь, босс захилится, бля. Все, ничего не делайте, они дотанчат нахуй. Сейчас третий на ней и гмосек заберет. Видите службу, блядь. Ебать. Не спи на кукле, блядь. Мне вот эти так две хуйни желтых, давай. Мне тоже. Мне на ДК один нужен токен. Нахуя? Это 10 собираюсь. Тебе 10 надо на ДК? Ну, плечи-то 10 пока что. Ну зачем все это 10 плечи? Ну, пока ТТГ не будет. 10 плечи в кавычках ДС. Тебе, ну, вообще, типа, плечи... Там мы не жмите... ТТГ плечи мне нужны, ну, пока их выпить... Ну, зачем тебе плечи ставить? Ну, я фрост. А, ну, тогда да. Если фрост, то вопросов нет. У матросов нет вопросов, ребят. Прост, я фрост. А ты прост. Ну, ты не фрост. Что там, еле осколок был, не? Хары осколков, все, блядь. Да ты сиди, блядь. Я сижу, блядь. Вот и сиди дальше. Опоздал, сиди, и все. Я не опоздал. Я ровно в 4 был. Ровно. Да не пиздец. Не опоздал, задержался. Я работал, блядь, пока вы тут в игры свои играли. Говори пахал. Говори пахал, блядь. Я хочу отойду немножко шутки. Пахал. Работал. Краб черный. Так же. Камнеломни, да? Да фу, пиздец, в алмазной шахте, нахуй. 7 боссов, 6 осколков, нормально. Да. 7 боссов, 6 осколков, наоборот, 6 боссов, 7 осколков, нахуй. Так будет ничего, что 6 осколков, 7 боссов было. Не, надо, чтобы 7 осколков, 6 боссов было, вот тогда заебись. Это, знаете, ну, блядь... это Карлосине нужно 1 босс и 7 осколков. Гомосек, где твоя смелость, нахуй? Давай вперед, блядь. В плане секс, пожалуйста. Ну, я же стесняюсь. Давай, три первых моба, чё вы дрочите-то стоите, блядь, не понимаю. Ну, блядь, как-то вперёд танков не охотали. Это тварь тупая, а? Тебе сейчас дам, нахуй, верховным, а пизду отсюда. Куда их, сука, лохов позорно? Самоуверенно. Натуре, блядь. Говно, собаки, он пришел ко мне. Комментарий звучал достаточно уверенно. Что-что, блядь? Ну, флот как диванов. Да, отлег все. Так, в нижнюю приложи. Я сейчас привожу кому-то, нахуй. По мягкому месту. Давай. Приложи подороже.
Давай, нахуй, хурит. Чисто два дурачка на улице встретил. Давай, блядь, давай ты, блядь. Ебутся в жопу. Давай ты первый, блядь. А вот это уже... Я не хочу, блядь. Это уже кринж, нахуй. Кринж, ты с ним про говно рассказывал, блядь. Что рассказывал? Про говно. Ты кринж, блядь. Это фильм, блядь. Ничего не рассказывал про говно, блядь. Про дермодемона, блядь. Какой-то фильм. Дермодемон, если хочешь знать, это блин. Один из, это как бы, типичных злодеев. Видос, открой нахуй, посмотри, блядь. Да. А чё ты такой голый садилась? Ничего, нахуй. Ты что, блядь, в КВН играл, нахуй? На флите, нахуй, я играл. На кожаной, да? Да. Пиздец, для свидания. Чисто захар ебал. Ебать, пиздец. В мире животных, блядь. Ой, блядь, в мире бичей, блядь. Ну, надо нет, переименовывать. Каждый цикадос, блядь. Мир животных, да? Согласен, блядь. Ну чё вы, а ну чё? Там, блядь, делаем. Только две пачки, не надо две пачки, алло, блядь. Слэша, сделаем передачу у Вайда в мире животных. Да, сегодня в нем слыка 10-25 чёлп. Сейчас разные животные. Сегодня у нас хрюшки на танках. Че, вы где говорите, обменивает уже тончики на танках? Целка внизу. Внизу. Целка, короче, самый правый бо... Я понял, понял, все. Остров Форбс, короче, понял? НПЦ, Леха, там, короче. Смотри, я отправляешь эпичипу, я обмениваю, даю тебе через лет 25. С рецептами, короче. Я не могу. А, рецепт нужен еще? Нет, там НПЦ стоит. Рецепт, там реп. А, да я понял, уже знаю. Продаю рецепт. Вот, смотрите, страница. Бес. Твоя тёлка шлю. Спасибо. Моя гей, мне всё равно. Жёстко. Вот серьёзный ответ был, кстати. Чётко, в натуре чётко. Заебись. Моя гей, тебя. Войд, хуйню высру, заткнись. Я сейчас высру, блять. А потом спрашивается, почему нас люди девают на гильдии. А потом, блядь... Честно, когда везде всё одни ходил, ты хочешь домой. Из гильдии пропадают. В натуре, блядь. Причём не только с гильдии, блядь, ещё и, блядь, в малиновой девятке, блядь, багажник увидит изнутри, нахуй. Мне кажется, Слава работает нифига не странно, просто с машиной. Ну чё, значит, машина? Бля, у тебя реально малиновая девятка? Да не, нахуй, это присказка такая. Перед тем, как в лес поехать, ну, у кореша. Да, 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 мне кажется, он так всем говорит. Ёжиков погонять. Ну, на туре, блядь. Ёжиков, зайцев там. 20.06, синий океан, ёбаный твой рот. Сука, чё-то холодно, сейчас дверь прикроем, блядь. Окошко, нахуй. Дверь. Чё-то вообще, блядь, на пороге, да, сидишь? Посмотрел, там две двери просто. Дверь мне сделал, блядь. Хули ты мне дверь выпилил? В этом украшении за Стоптива, помните? Дверь, окно. Нихуя себе, блядь. Чё, блядь, тоже пришёл застить? Да, вы сразу введите, нахуй. Босса только не спульте, нахуй, там ещё босс, блядь, стоит рядом. Ладно, босс хули и боссов разъебём. Ой, ешка. Обоссым просто их. Ой. Излишне самоуверенность. Вот одного бойца уже потеряли, нахуй. Отряд не заметил потери бойца. Вы самое слабое звено. Опа, еще, блядь, тело отвалилось. Ну, это бич просто. А у него в нике рип, все нормально. Типа, на меня надо будет написать не рипи-чип, а рипи-бич, блядь. Это отсылка, бляха, вы что такие-то вся? Это отсылка. Рип и чип, нахуй. Ну как Чип и Дейл, и только чип, рип и чип. Нет, рип и чип это отсылка, вы заколебали меня, бич, это отсылка реально. На Хроники Нарнии, вы что? Бич и чип, короче. Вставай, ёбаный, хули его не резайте, блядь. Хроники Нарнии, ну вы чё, рип и чип, ну это... Нарния, блядь. Что шпага это была? Он же хвост потерялся, поэтому вот, ясно его. Танки уже, блядь, я думаю, разобрались там только вот, значит. Я хвост как бы не потерял свой, но пойдёт. Держи потерял. Хвост пистолетом, хуй. Да я могу. Сука. Не только хвост держать. Имена, да, знаешь, воруешь?